Шенкурске прошел легкоатлетический пробег памяти ветерана спорта Виктора Врачева. Праздник объединил более 300 спортсменов-любителей. Им предстояло преодолеть три дистанции в 3, 5 и 10 километров. С 2005 года я пробежала 10 пробегов. Бежала не для результатов, а для здоровья. Так как это очень хотел Виктор Иванович. Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Двинской Березник, Вельск, Коноша, Устьянский и Шенкурский районы – такова география пробега Врачева. Приехали даже волокжане. Задача – это кубка охватить как можно больше населения Архангельской области. Поэтому мы предложили провести несколько этапов, до 9 этапов. Юные победители получили медали и сладкие подарки. Взрослым спортсменам вручили кубки.